Так, привет. У нас вот такой вот небольшой обзор вот аудиоинтерфейса, вот такого Scarlett Solo. Это Solo третьего поколения здесь. Соответственно, у нас есть что? Один вход XLR для микрофона с регулировками, с кнопочкой 48 вольт, это питание фантомное, и функция Air. Ну, действительно, что-то меняет, да, при его использовании. Ну, и второй вход у нас с регулировкой, опять же, гейна. Это и может использоваться как для инструмента. Вот здесь инструментальный, да, кнопочка. Так же, как и, например, просто для, не знаю, может быть, тоже микрофон обычный сюда воткнуть. А можно сюда, кстати, воткнуть и, к примеру, бас-гитару или гитару. Или клавишные инструменты. Хотя клавишные обычно стерео, но бог с ним. Но можно тоже. Соответственно, крутилочка громкости общая, кнопка Direct Monitoring и выход на наушники 6,3. Ну вот так вот она карта выглядит. Соответственно, здесь у нас на задней панели Type-C для подключения и выход левый-правый на мониторы. Итак, давайте подключим. Сейчас возьму правильный кабель. Так, берем кабель, соответственно, Type-C. И подключаем. У нас сразу появилась индикация, что работает, да, карта управления. Вот видите, раз, все органы показали, что они подключены и работают. Соответственно, вот она карта подключена, работает. Сейчас будем к ней подключать микрофон, гитару и я это все дело запишу на скрин экрана в программе Reaper. Ты смотришь этот ролик? Да не просто смотри, а подпишись, подпишись на канал обязательно, подпишись, поставь колокольчик и будешь знать о новых видео, потому что новые видео выходят очень часто. Иногда я выпускаю видео каждый день, иногда раза два-три в неделю, иногда раз в неделю, по-разному случаются обстоятельства, но ролики выходят постоянно. Поставь, поставь, поставь колокольчик, поставь лайк и подпишись. Ну вот, я уже переместился на эту камеру и на скрин экрана, и давайте посмотрим, что у нас показывает настройки Windows, что он показывает, да, устройство. Соответственно, вот она, Focusrite Audio. И здесь у нас тоже должна быть Focusrite Audio USB. Вот они включены. Вот она подключена. Да, и мы включаем мою любимую программу Reaper. Если вы не знали, то моя любимая программа для звукозаписи это Reaper. Так, микрофон, кстати, этот пока не подключен, потому что, ну вот, к карте у нас сейчас ничего не подключено, только питание. Мы сейчас все это дело подключим. Включаем Reaper. Включили программу Reaper. И сейчас я сделаю новый проект. Чтобы у нас был новый проект. Нам не мешал. Делаем дорожку. Здесь, соответственно, выбираем вот ASIO драйвер, Focusrite, USB ASIO. Вот два входа. Input 1, input 2. Два выхода. Конфигурация ASIO. Это, соответственно, вот наша информация о устройстве Scarlett Solo 3 generation, вот версия прошивки, видимо, и сериальный номер. Окей. Итак, например, мы берем сейчас, вот он, XLR кабель. Вот он, XLR кабель. Это идет к этому микрофону, Neddy 1000. Мы включаем, соответственно, его первый. Включаем его в первый канал. Вот он у нас в первом канале. И включаем кнопочку 48 вольт. Вот она загорелась. Соответственно, здесь мы включаем также здесь первый канал. И сейчас работает, когда уже заработают. Вот видите, уже индикаторы начали работать. И мы прибавляем еще гейна. И гейн мы выставляем, например, на половину. И вот теперь у нас совершенно прекрасно видно, что, во-первых, и работает здесь индикатор, да, и работает индикатор в самой программе Reaper. Теперь нажмем запись в Reaper.
Recording mass only 161. А, это мне показывает, что места мало. Ну и ладно. Нам места сейчас много и не нужно. То есть вот у нас пошла запись, это видно. Здесь оно фиксируется, что тоже запись идет. Можем попробовать ради интереса. Вот я просто поближе к микрофону, вот так вот, да, для того, чтобы было видно, что это я с него пишу. И на эту карту именно вот. Раз, два, три, раз, два, три. Вот синхронизация. Можем нажать кнопочку Air. Вот, кнопочка R нажата, работает, соответственно, мы проверяем, что тут у нас на этой кнопочке R происходит. Вот сейчас мы ее обратно отожмем. Итак, теперь давайте проверим второй вход. Второй вход, это у нас, например, будет гитара. Сейчас я подключу гитару, и мы продолжим. Так, мы продолжаем. Смотрите, то есть мы здесь должны выбрать вот этот второй вход, соответственно. Я сейчас здесь нажму запись, чтобы у нас шло 2. И мы втыкаем вот этот вот кабель вот сюда. Мы втыкаем сюда. Это у нас гитара, да? Соответственно, мы испытываем, делаем вот так. И вот у нас идут, видите, раз, два, три.